Разнообразие качественных товаров, отечественных производителей и доступные цены. Такой весенний подарок для горожан подготовили в выставочном зале «Экспо Одинцово». Первые покупатели уже оценили аппетитные разносолы и свежие фермерские молочные продукты. Мастера из Вологды привезли уникальные стеганые одеяла, подушки и льняное постельное белье. Хозяюшек порадуют эксклюзивные авторские разделочные доски ручной работы. Также можно приобрести часы и будильники московского и углического заводов по ценам производителей. Модницам придутся по душе чебоксарские пиджаки и брюки из натуральных тканей практически всей цветовой палитры. Строгие платья, которые шьют в Москве, пензенские рюкзаки с забавными рисунками и сумки на любой вкус. Для романтичных особ – легкие палантины и шарфы из хлопка, вискозы и шелка, а также разноцветные летние шляпки. Найдутся здесь товары и для дам постарше, и для мужчин. Ярмарка по адресу улицы Маршала Неделина 2 будет работать по 11 апреля с 10 утра до 7 часов вечера. В заключительный день до 16:00. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».